Всем привет! Вы на канале Фортун ТВ. Зовут меня Валентина. В общем, девчонки, заряжаю сегодня крем и решила тоже для вас сделать, для тех, кому это нужно. Никому не навязываю, просто для чего это я делаю, потому что у меня просили помощи на других даже каналах, где я у тарологов смотрела видео. Мне писали «помоги», номера оставляли. Я не принимаю, в общем, ни по вайберу, никак. Я решила так, в общем, помочь. Для этого я и делаю на канале, открыла новую рубрику, в общем-то, чем смогу, тем помогу, но принуждать мне не нужно, в общем, к тому, что именно, допустим, если я не захочу, то я этого делать не буду, ни под какими там большими деньгами, даже если будут предлагать по поводу приворотов, вообще их не делаю и вообще никому не рекомендую. Как бы, ну, кто умный, точно этим не будет заниматься. Я все-таки знаю, какая расплата потом за это все. В общем, так, давайте начнем. Много болтать не будем. И по поводу оплаты, благодарность даже, честно сказать, это по возможности, по желанию, ни от кого, в общем-то, не настаиваю, чтобы мне там оплачивали, да, не принуждаю никого. В общем, я объясняла, можете поставить лайк, писать комментарий. А кто именно просто смотрит и даже лайк не ставит, для тех это не будет ни одно видео мое работать. Вот так вот. Потому что, что я говорю, действительно, оно так и сбывается, и так и будет. Так что, чтобы для тех, кому это нужно, и чтобы работало, хотя бы ставьте лайк. Имейте совесть, для вас работаю. И кому это нужно, помощь помогает. Ну, получаю, я помогаю. И почему я должна помогать, когда просили, да? А потом даже мне не хотят лайк поставить. Ну, извините, как говорится. Ну, все. В общем, давайте начну. Когда скажу имя свое, называйте, тогда будете называть свое имя. И для тех, кто видео смотрит, имя свое называйте. Рабы Божьей Валентины. И тех, кто на меня смотрит, имя свое называйте. Рабы Божьей Валентины. И тех, кто меня смотрит, имя свое называйте. Рабы Божьи Валентины. И тех, кто смотрит меня, имя свое называйте. Рабы Божьи Валентины, и всех, кто меня смотрит, имя свое называйте. Рабы Божьи Валентины, и тех, кто меня смотрит, имя свое называйте. Рабы Божьи Валентины, и тех, кто меня смотрит, имя свое называйте.
имя свое называйте. Боже, имя свое называйте. Рабу Божию Валентину и всех, кто меня смотрит. Все, девчонки, в общем, это, конечно же, для девочек тоже, для девушек, женщин, видео заряжал. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь обязательно на мой канал. Всем пока!